И настоящий мужчина Кастильеха оказывается сейчас все-таки на полу Каррера, пропуская сильнейший апперкот справа. И я думаю, что после этого он не поднимется. Очень сложно встать после этого удара. И судья засуетился, тут и капа у него упала, и счет, по-моему, он прекратил экранов Евроспорта. Посмотрите, какой идет плотный вот сейчас обмен ударами. И тут еще неизвестно, кто нанесет этот мощнейший удар. Не Каррера или Кастильеха. И вот этот удар вот вправо пропускает один удар Каррера. И не был для него это звонком. И вот здесь вот этот эпизод. Апперкот слева. Мощнейший апперкот слева. И оказался слева все-таки, дорогие друзья.